Совсем скоро Казанский федеральный университет во второй раз распахнет свои двери для открытого диалога представителей власти, науки и бизнеса. По такому случаю в информационном агентстве «Татаринформ» была проведена пресс-конференция. Коллеги обсудили концепцию форума, важные задачи и принципы работы. Площадка будет представлять собой уникальную возможность для каждого участника взаимодействовать с экспертами из разных стран, углублять свои знания и расширять профессиональные навыки. Организаторы стремятся создать прочную платформу для долгосрочных партнерских отношений и сотрудничества между участниками форума. Поэтому будут проведены пленарные заседания, секции и круглые столы, на которых профессионалы своего дела представят доклады и поделятся опытом практики. То, что форум состоялся в прошлом году, и то, что есть сегодня динамика вот с точки зрения и количества участников, и количества сессий, проблематики, которая будет обсуждаться на форуме, и тех мероприятий, которые тоже становятся сателлитными мероприятиями форума, говорит о том, что мы на правильном пути. Предстоящий форум будет проходить под лаконичным названием «Мы вправе». С одной стороны, это означает, что мы находимся в правовом пространстве и консолидированно решаем общественные вопросы. С другой же, мы вправе принимать те решения, которые считаем важными для общества и государства. К основной миссии относят продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений, совершенствование профессиональных и личностных навыков и решение сложных правовых социальных задач и выводов, стоящих перед российской экономикой. И мы действуем с конкретных идеологических точек зрения. Первое – это наша концепция живого форума, как вот Лита Гатовна отметила, то есть мы не хотим делать форум сбором гостей на 2 дня. То есть у нас форум действует беспрерывно на базе своих сателлитных мероприятий, на базе приложений, на базе своего будущего журнала. Мы хотим создать комьюнити и вот точку сборки правовой мысли именно в Казани. Второе – это форум, правовой форум не только для юристов. То есть мы раскрываем и социальные вопросы, и политические, и экономические. Казанский международный юридический форум – уникальная платформа исследований в области права, сокращение пробелов в судебной практике и укрепление правовой сферы в целом. Такие площадки позволяют не только заявить о себе, как о сообществе, которое отвечает интересам граждан и государства, но и транслировать социально высокую миссию юристов относительно всех других участников форума и всех тех, кто хочет жить в стране, где правят порядок и закон. Кристина Отёкина, Никита Акиньшин, Универньюз.